Вот видите, что у нас случилось. У нас голуби свели гнездо. И вот там такие два яйца высиживают. Ну, конечно, ничего в этом хорошего нет. Ну, я уж ничего делать не буду. Ну, что ж, теперь свели. Пусть вырастет голубят. Смотрите уже, какие они там вышеньки. Вон какие большие уже. Вот. Уже вон у них перышки формируются, видите? Уже сидят. Уже на голубят похожие. Вон. На крылышках уже вон там перышки. Смотрит. Папа с мамой полетели кушать добывать, да ведь? Вот. Кушать добывать полетели папа с мамой. А папа такой беленький, пестренький, а мама такая сизая. Вот так. Местами не поменялись. Вчера по-другому сидели. Хорошенькие. Они еще, оказывается, зевать умеют, представляете? Я никогда не знала, что же голубята умеют зевать. Посмотрим, как растут голубки. Сегодня уже 10-й день. В прошлый раз я снимала, была неделя им. Вот, смотрите. Смотрите, у них уже перышки вон. Это вот я бумажкой я тут запихала. Ну, то, что они так тряслись, им тут сквозняк был. Это я газетку там заткнула. Блин, они так быстро растут. Это невероятно, как они быстро растут. Смотрите, один точно на маму будет похож. Мама такая-то, ну, как обыкновенный голубь. А вот в этот поближе-то, я думаю, беленький будет. Смотрите, как папа. Папа такой беленький, в крапинку. Все, никак не могу словить момент, чтобы показать вам голубей-то этих. Ой, у нас дождик, блин. Хотела сегодня в бассейн сходить, да холодище. Не холодище, а как дождик. Ой, смотрите, уже вон. Какие боль. Ой, еще, смотри-ка, дерется еще. Уже тут драться умеет. Вот как вам скажу, будете ко мне приставать. Ему уже 10 дней, слышите? А это Муся так делает. Ну-ка. Вот вам. Еще лезть будете на нас тут. Мы, скажу, кусаться умеем уже. Вот 10 дней. Представляете, как они быстро растут? Вот как. Вот так. Ну, еще 10 дней и вылетит уже из гнезда. 100%. Ровно 2 недели нам, скажи. Мы уже оперились. Мы уже за себя постоять сможем. Да. За себя постоять мы уже можем. Вот. Вот. Вот так скажи. Будешь тут на меня прыгать. Ай. Только что так они пищали там. Слушай, сегодня уже сколько? 16-й день, наверное.
наверное. Только что накормили их, они вот так пищали. Ой, посмотрим. Ой, какие они. Пищат. Вот они какие уже. Это который послабже, видите, вот, вот это послабже, он тоже уже вон весь в перьях. Вот точно нога на папу похож. Вот они как. Вот такие. Ну покажись второй-то. Второго хоть посмотрим. Это вот был, который слабенький такой. У нас что-то так резко похолодало. Пришла посмотреть, как там голубята опять. Хожу, смотрю. Вон они какие уже большенькие. Смотрите. Вот сегодня 18-й день. Ну, я посмотрела в интернете, они вылетают из гнезда, когда им 25-30 дней. Ну, то есть вот сегодня 18-й уже день. Посмотрите, какие они уже большие. У них уже прямо полное оперение уже. Вон. Ну, в общем, у них все время цвет меняется. Так интересно посмотреть. Они что-то кусаются, ведь смотрите. Вон, этот спрятался. Кстати, у них клювик меняется. Он такой был сплюснутый, а сейчас он уже, вот смотрите, такой становится, уже такой. Ну, как бы, уже на клювик становится похоже. Он был такой, как две лопаточки. Такой был. Смотрите, они уже полностью оперились. У них только вот зоб не оперился и голова. Вот они вот так прямо как со стеной сливаются. Я даже когда пошла, испугалась, думала, что куда они делись. А они вот так уже такие. Ну, по-моему, они просто сизые будут. Непонятно. Вот такие. Ну, просто хроника у меня. Видите? Хроника. Родители их только прилетают, покормят и улетают. Ровно 2 недели нам, скажи. Мы уже оперились. Мы уже за себя постоять сможем. Да, за себя постоять мы уже можем. Вот. Вот. Вот так скажи. Будешь он тут на меня прыгать. Ай. Васечке жизнь удалась. Ой, скажи, как жизнь удалась, да? Жизнь удалась. Да, маленькую. Да, жизнь. А мне, скажи, животик. Она тоже любит, что я животик гладит. Тоже любит, чтобы животик. Да, разговорчивая она у нас, дочь. Мусечка. Муся, да. Я, скажи, такая. Вот я такая. Скоро я тут буду спать. Ведь уже приготовила подушку. Ну-ка, что это он там делает? А, они с той стороны будут фасад красить. Ой, они все убежали, кошки-то. Блин, сколько кошек было, все разбежались. Все кушали там. Разогнали. У нас, кстати, выборы скоро будут. Я вообще не знаю, за кого голосовать. У нас что-то так резко похолодало. Пришла посмотреть, как там голубята опять. Хожу, смотрю. Вон они какие уже большенькие. Смотрите. Вот сегодня 18-й день. Ну, я посмотрела в интернете, они вылетают
из гнезда, когда им 25-30 дней. Ну, то есть вот сегодня 18-й уже день. Вы смотрите, какие они уже большие. У них уже прямо полное оперение уже. Вон. Ну, в общем, у них все время цвет меняется. Так интересно посмотреть. Они что-то кусаются, ведь смотрите. Вон, этот спрятался. Кстати, у них клювик меняется. Он такой был сплюснутый. А сейчас он уже, вот смотрите, такой становится уже такой. Ну, как бы уже на клювик становится похоже. То он был такой, как две лопаточки. Такой был. Смотрите, они уже полностью оперились. У них только вот зоб не оперился и голова. Вот они вот так прямо как со стеной сливаются. Я даже когда пошла, испугалась, думаю, что куда они делись. А они вот так уже такие. Ну, по-моему, они просто сизые будут. Непонятно. Вот такие. Ну, просто хроника у меня. Видите? Хроника. Родители их только прилетают, покормят и улетают. Не знаю, какой сегодня им день. То ли 18, то ли 19. Я сбилась со счета. А, неважно. Неважно. Вот мы какие. Смотрите, какая, какие они стали. Вот. Вот, видите, вот. Он что делает? Видите, какой. А зоб-то какой, смотрите. Он. Смотрите, какой у него зоб. А видите, какой зоб. Это столько еды мамулька ему с папулькой насовали. Видите, сколько еды? Они еще так этими стучат так еще. Так интересно стучат. Послушайте, как они. Они стучат так. Вот. Вот. Вот так вот вам. Ну, я, знаете, это я просто что-то вчера начала переживать, что не вижу маму, что с папой, типа. Ну, у меня всякие ужасы начали в голове быть, что вроде не кормит она их. Давай смотреть, искать видео. Или, в общем, там показали, когда голубят находят, они, во-первых, худые, они... Вот посмотрите, какой у него зоб. Вот посмотрите, вот. И вот когда их кормили, когда их из пипетки кормили, вот у них такой же зоб становился. И я сегодня утром такая думаю, пойду посмотрю на зоб, какой у них. Ну, вот так вот, смотрите, какой он уже. Ну, говорят, 25 дней, когда будет, они уже будут это пробовать летать. Ну, надеюсь. Потому что я сама ничего не смогу выкормить. Ну, как вот его выкормить? Смотрите, какой он злой. Как я его буду кормить? Я просто, знаете, что думаю? Вот когда будет, ну, может, 22 дня, попробуем дать кашку. Вот второму. Потому что этот, вот он, конечно, шустрый, видите? Шустрый. А тот-то какой-то... Мне кажется, что второго надо докармливать. Он как-то там сидит так. Этого-то не надо. Он, видите, все отбирает, наверное. А вот второй-то... Это второго вот бы посмотреть. Так вот второго-то посмотреть. Ну, вроде как бы он... Ну, отойди. Дай второго посмотреть, а. Какой второй-то? Ну-ка, дай второго. Дайте второго посмотреть. Да, тоже зоб хороший. Не, вон тоже зобик у него, видите? Не пустой у него зоб. Хорошие родители. Выросли уже. Да, никогда с оперением им не холодно. Чё им будет холодно? Они уж все как настоящие голуби. Они такие
большие стали. Зубы полные. Мама только что их кормила. Я видела. Вон какие зубы полные у них. Да. Скоро уж полетят. Не, наверное. Не, вообще. Этот вот вообще, который на камне сидит, он бегает. Вот знаете, что сделал вообще вчера? Прям чуть с ума не сошла. О, значит, побежал. Значит, здесь побежал. И там соседи вышли. Он испугался и прыгнул туда. Прыгнул вот туда. А в это время вот такая, блин, неудача. Соседи это решили, ну, досыпать оставшуюся землю. И, не заметив его, прямо вот эту землю сверху на него насыпали. Блин, мне так плохо стало, прям вообще, когда это увидела, как подскочила, давай расшвыривать землю. Его схватила, за, ну, начала расшвыривать, прямо рукой теплая почувствовала, схватила его за хвост и за лапу, ну, у меня так получилось, за лапу и за хвост. И вытащила его рывком оттуда. Вот. Вот такой вот зараза неугомонный. Все, уже бегает. Вот этот вообще, вот этот бегает. Он уже... Все. Ой! Какой еще, смотри. Какой еще он. Он уже бегает прямо вот тут. Все. И летать уже все, пора. Я им тут водичку поставила. Не знаю, пили, не пили. Водичку. Корм они вон весь съели. Видите, вот там корм был, я им насыпала. Они чуть-чуть там осталось. Я видела, как он клевал этот корм. Ну, про маленького-то не скажу, не знаю. Маленький на два дня позже вылез, так он на два дня и отстает. Да? Иди, маленький. Не знаю, видно, не видно. Там, в общем, голубенок. Видите, они... В общем, я их вниз спустила, потому что один уже свалился. В общем, мы их вниз спустили. И их родители теперь вот так кормят. Они там сидят. Ну, потому что один уже свалился, я уже просто боюсь. И вот их мамаша сейчас их кормила. Тут пока я телефон включала, так они испугались. Вон, видите, они там сидят. Видите, они сидят. Они там внизу сидят. Это. Видите, Васечка? Васечка гипнотизировал. Вот они там в кустах. Видите, там кусты есть, они там сидят. Ну, потому что один голубенок уже свалился оттуда, я боюсь. Мы их вниз спустили, они внизу там сидят. И родители их кормят также, слетают и прилетают. Вон он, видите, бегает. Они там пищат. Вон, видите, он бегает там. Голубенок. Мамку зовет, мамка бежит. Вон они смотрят, видите. Ну я уж не мешаю. А Васька-то сидел и гипнотизировал. Нет, ничего, они уж большие, их не трогают. Они уж очень большие. Муська, она по маленьким птичкам. А Васька просто сидел. Просто сидел, гипнотизировал, да. Просто гипнотизировал, сидел. Ну, у нас старенький, еле на диван прыгает, как за какими птицами. На диван-то смешно так залазит. Смотрите, как они обнаглели. Нашли шест. Мамка их сейчас накормила, они вот сейчас насрут мне на полотенце. Я тут сижу и переживаю, что они мне на полотенце там насрут. Нашли шест. Вот все, бегают по всей этой террасе. Освоились.
Один день прятались, теперь ничего уже не прятаются, везде бегают. Ну, в общем, лучше пусть по террасе бегают. Ну, потому что один свалился. Я говорю, и потом землей засыпала его там. А вот Вася сидит, контролирует. Ну, они уже... Это они, смотрите, уже вообще на голубей похожи. Прям такие. Они, кстати, вот один так залетел прямо сюда. Ну, прямо... Они хлопают крылышками. Я думаю, что, ну, не знаю, к концу недели, наверное, уже улетят. Думаю, улетят уже к концу недели. Видите, они уж совсем большие. В общем, сейчас там на полотенце мне насрут. Видите? Так, вот, трясут. Любопытствуют. Видите, тоже вот сюда ведь смотрят. Любопытствуют, сидят. В общем, птенцы уже выпрыгнули из гнезда. Они бегают вон по террасе. Родители их вот кормят вот так. Видите? Вот там они бегают. Вон, видите? Они там себе выбрали теперь жить. Вон сидят, ждут. Они их вот так кормят, прямо вот тут вот. Тут мы там поставили им. Водичку еще надо поставить. Зернышко поставили. Еще водичку осталось поставить. Блин, все пытаюсь выловить их. Детишек-то. Маша с папашей кушают. Детишки там.